праворукий нападающий. Но он еще с предсезонных матчей как вот запомнился мне. Я Чеблан, обратите внимание. Вообще-то звено довольно-таки неплохое. Чебан, Сущев и Беленчук. Самобытные здесь хоккеисты достаточно. Ох, опасно могло быть. И смотрите, неудобный бросок. И шайба в воротах. Все-таки, видите, не успел прикрыть уже дальний от нас стойку. А ворот. Данил Захаров метался между стойками. То на одной штанге, то на другой там шайба. Ну, давайте посмотрим повтор. Вот отскок, бросок с неудобной. И там отличился Федоров как раз. Жуков в качестве ассистента. Ну, соответственно, как же у нас играют сибиряки в большинстве? Они реализовали 5 удалений из 23. То есть даже больше 25% у них реализация. Ну, кстати говоря, в меньшинстве это сибиряки не активы, чтобы надежно играли. 6 шайб они пропустили, играя в меньшинстве. Из 27 попыток, то есть тут и реализуют численный перевес гости из Новосибирска. Как раз капитан команды отличился Матвей Белянини. Ну, как совсем игра не пошла у тольяттинцев. А ладья пропустила 6-ю шайбу, играя в меньшинстве. Это, конечно, многого. Давайте посмотрим повтор. С передачи Ильи Федорова, номер 81. Вот такой курьезный гол. Шайбу забросил Матвей Белянин, номер 71. Команда ладья играет в полном составе. В своем роде такая передача вроде бы была. Как сейчас забег получится к чужим воротам. Бросок и добивание! Шайба в воротах! Аверьянов бросал, насколько я понимаю, Игорь Хлопоткин добивал. Ну, надо отдать должное, как назовутся. Давайте посмотрим повтор момента. Передача в падении бросает капитан команды. С передачи Егора Шептухина, номер 93. Алексея Верьянова, номер 97. А в обороне в меньшинстве меньше 75. Малым штрафом наказан Маркерих, номер 79 команда. Маркерих оставил свою команду в меньшинстве, но на реализацию численного перевеса там сколько? 16 секунд. И совсем-совсем что-то с табло происходит невероятно. Ну да ладно. Будем надеяться поработать. Тут инженеры, может быть. Бросок и сдвиг! Гол! Макаров! Да, в раздевалочку гол. Вот это да. Не было ни гроша, да вдруг Алтын. 7 секунд до окончания первого периода. У нас концовочки такие сумасшедшие страсти и такой камбэк тольяттинской ладьи. Но, на мой взгляд, там было подставление. Там что-то похожее на рикошет было. Давайте посмотрим повтор. Да, да. Что-то похожее было на рикошет. То есть тут Макаров бросает. Помнили о традиционно упорном соперничестве этих команд. Для перевес в целом на стороне сибирских снайперов, но сейчас вот эти все отсылки исторического характера, я думаю, все-таки они в значительной степени ничтожны. Ох, опасно! Бросок неудобный! Выходит вперед тольяттинская ладья. Здорово, здорово все было исполнено. Вадим Сущев там. Давайте посмотрим. С передачи Дмитрия Беленчука, номер 32. Шайбу забросил Вадим Сущев, номер 18. Это получается 4-я шайба. Ну тут, конечно...
Бросок нет. И 4-2. Мне показалось, сам будет бросать, но нет. Последовала передача, и там... Да, выход 2 в 1, Артем Якутов. Все-таки хорошо, да, не пожадничали здесь. Партнер сыграли. В общем, давайте посмотрим. Повтор момента. Якутов, конечно. Ну, там и пас хорош был. Ну и Артем, конечно, да. Кто выиграет борьбу за отскок? Удалось сибирякам ненадолго, правда сказать, вывести шайбу из своей зоны. Егор Филипп через защитников решил обыграться. Якутову отдает передачу, бросок! Здорово, здорово! Какая передача, какое открывание и какое исполнение! Вот это да! Артем Якутов. Но здесь еще и передача вот на это открывание. Это просто потрясающе. 5-2. Смотрите, как исполнял Якутов. Оха! Поднял шайбу над плечом. Да так, смотрите, вот повтор. Отсюда будет шикарно видно. Ну, вариантов просто не было. Время более или менее равномерно распределено между четырьмя звеньями. Там как вот в Новосибирске кто-то 15 минут, а кто-то 3-4 минуты. Такого нет в принципе. Да, в окружении квартета соперников. Ох, какой момент! И... Вот так вот, дорогие друзья. Вот так. Да, еще один дубль у нас. Ну как здорово, в чужой зоне ты действовал, Вадим Сущик. Дмитрий Пеленчук. На вашем оформляет дубль Вадим. Давайте посмотрим повтор момента. Ну, посмотрите, да? Вот, казалось бы, трое сибиряков. Ну, как тут можно соорудить гол? Ну, задайте Вадиму Сущу вот этот вопрос. Он обязательно поделится. Ну, и как, посмотрите, все равно. На носовом платке. Помните, он забрасывал